Простите, а вы здесь занимаетесь? Да. А вы знаете Ирину Одинцову? Знаю. Это врач-ветеринар. Она недавно мою Лору лечила. Лора — это лошадь. Но, в общем, так залечила, что после ее ухода Лора слегла и больше не встала. Я 2 дня проплакала. А какой у вас рост? 1,58 м, а что? Ну, так просто. А вон там преподаватели стоят? Да. Вот что постарше, это Дмитрий Сергеевич, я у него 5 лет уже занимаюсь, а второй это Олег Вутич, тоже хороший преподаватель. А вы записаться хотите? Ну, типа того. Тогда лучше к Вутичу, потому что у Дмитрия Сергеевича вся неделя наперед расписана.